Всем привет и всем доброе утро. У нас сегодня какое? 8 января 2017 года. И мы уже не поели, мы уже проснулись. И любимый сейчас поехал за едой, потому что в доме голяк. Мы такие ленивые, не хотим выходить по холоду, чтобы купить хлеб. Представляете себе, какие мы ленивые. Но это не значит, что мы не будем кушать, а кушать мы будем из Заксбиса. У меня, кстати, вот такие вот синяки под глазами. Это не потому, что я не высыпаюсь, это новая подводка моя черная так плохо смывается, как панда. Да. Короче, беремся за голову сегодня. Так как в воскресенье особо делать ничего не хочу начинать, но с понедельника начну и уборку, и сегодня, может, даже приготовлю. Но что у меня в планах на сегодня, это отснять видео, во-первых, окраска волос, так как я держу свои грязные волосы специально для того, чтобы окрасить. Кто знает, ну, кто красит голову, то знает, если волосы грязные, то они не так подвергаются химическому воздействию, то есть не портятся так сильно, и как бы жир их защищает. Поэтому я уже не знаю, сколько не мыла голову, все откладываю это видео, все нет времени. Вчера наши планы поломали, потому что очень много мы говорили по скайпу. Но сегодня уж точно должна отснять. И мне нужна будет любимого помощь. Но после этого мы обязательно должны пойти сегодня в спортзал. Спортзал обязательно. Как себя заставить ходить в спортзал еще и по такому холоду? О боже, я не знаю, серьезно. Надо будет как-то заставить. По-любому. Но кто хочет, тот всегда найдет, так что да. Что еще? Я выложила видео, нужно мне еще обрабатывать кучу видео. У меня вообще нет времени, надо подниматься раньше, нужно сделать себе режим. Это так плохо, когда у человека нет режима. Нужно обязательно мне сделать режим. Я не знаю, уже я готова вставать в 6 часов утра, но мой организм не готов. Морально готова, а вот тело не хочет подняться с кровати. Но надо заставлять себя режим, это все залог. Даже можно не так уж правильно питаться, потому что не всегда получается, когда ты занят. Но если ты держишь режим и в определенное время кушаешь, всегда спишь, встаешь, занимаешься спортом. Блин, люди, это то, к чему надо стремиться. Это моя цель на 2017 год. Держать режим как можно дольше. Это так сложно для нас. Это, боже, не знаю. Люди, которые могут держать режим, вам аплодисменты и низкий поклон. Просто. Это действительно заслуживает уважения. Когда-то мы тоже держали режим. Луночка, иди сюда. Иди сюда, Луночка. Иди ко мне, моя хорошая. Она приносит косточку свою. Смотрите. Ты кушаешь косточку свою. Да, Леночка моя. Давай. Ася. И пух. Пух. Леночка моя. Давай. Еще чуть-чуть. Она принесла. Вы видели? А давай. Ах, ты забираешь косточку. Леночка. Ася. Давай, неси мне ее. Неси косточку. Давай. Давай. Ой, ты молодец. Ой, ты молодчина. И... На. А-тя-тя-тя-тя-тя. Давай. Не приносит, потому что она сейчас там разгрызла внутри и кушает эту внутренность, потому что там вкусно им что-то ставят специальное такое внутрь. И она сейчас это достала, видно, не хочет. Ай-яй-яй-яй! Отдай кость! Отдай кость! Отдай кость! Отдай кость! Какая злая собака! Отдай... А какая она хитрая! Ой, ты боже! На. У-ху! Молодец! Ну, грызи тогда спокойно себе, раз не хочешь играться. Ребята, я снова с вами. И у меня новый фон, вы заметили? Он маленький, но такой вот, как
говорится, одно лицо можно снимать. Я сняла новое видео, наконец-то. Обещанное видео о моем окрашивании. Вы видите разницу? Я наконец-то окрасила свои отросшие корни. И у меня получился вот такой вот оттенок на волосах. Вы можете видеть. Вот так это все выглядит. Мне очень понравилось, камера даже не передает. Вот более-менее, когда свет падает, видно, что окрасилась. Мне нравится этот оттенок, я считаю, что он мне идет. Кстати, да, давно не включались, сейчас уже за окном ночь у нас. Любимый в спортзале уже должен скоро вернуться. Я сегодня наконец-то сняла видео, и сегодня воскресенье, поэтому не начинала никакую работу, уже буду этим заниматься завтра. Это уж точно, встану очень рано, как бы я уставшей не была. Выпью кофе и встану, и начну свой режим. Сегодня прям весь день про режим. И, кстати, да, начинала видео с макияжем, заканчиваю без, потому что при мытье головы у меня весь макияж потек, и мне пришлось его снять. Я одела майку, которую мне не жалко. Да, не пугайтесь, здесь топик, если что. Это не лифчик. И да, вот так вот. Луночка у нас отдыхает весь день. Нужно, кстати, ее сейчас выгулять чуть-чуть. Жду любимого покушать. Не знаю, что будем делать. Может, поедем покатаемся куда-то. Не знаю. Надо будет занести штаны сегодня обязательно в Росс. Нужно будет завести, потому что одни из штанов вот здесь вот, даже не знаю, как вам показать, но вот где, знаете, шлейка для ремня, и была порванная дырка. Видно, кто-то одевал, потянул, и дырка такая образовалась. И я возьму данные штаны, другие уже целые, потому что мне очень понравился оттенок и как оно на мне сидит. Поэтому да. Кстати, да, скоро будет это видео на канале о моих волосах. Первое видео о моих волосах. Я думаю, многих волнует эта тема. И если вам нравится такого рода видео, пишите мне в комментариях, и я буду снимать видео о волосах. Ну а пока что ждем любимого.